Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Prius в белом цвете 2014 года выпуска, на гибридной установке 60 кВт, на бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, мощностью 99 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется спойлер, камера заднего вида, установлены ветровики, повторители в зеркалах, пробег автомобиля 161 тысяча километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, комбинированный, ткань, кожа, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим эко, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.